Вода была вот половина, чуть-чуть пониже бака. Вода стояла. Полметра воды и заблокированное движение, рассказывает очевидец. Любовь шла на работу в первой половине дня. Застала непосредственно порыв на 22-м партсъезда вблизи рынка «Норд». Минут за пять просто вон оттуда сначала моста и дотекла вот до дороги. До нового светофора. Полметра точно вода была. Я думала, то, что здесь вот все вообще затопит. Пробка была, здесь пробка из людей была. Бабушка с дедушкой приходили через дорогу. Под водой лед, и то есть бабушка упала прямо вот в теплой куртке. Около полудня о потопе сообщили в социальных сетях. По утверждениям прохожих, под водой оказались несколько улиц. 22-го партсъезда, гаражное и заводское шоссе. На место выехали специалисты из ресурсоснабжающей организации. 22-го партсъезда 1В корпус 6 произошел технологический отказ на водоводе диаметром 600 мм. Специалисты РКС «Самара» сейчас находятся на месте, отключают утечку и делают переключение. Идет согласование земляных работ. По какой причине произошел технологический отказ, пока неизвестно. Это будет понятно после того, как докопаются до трубы и найдут повреждения. Водоснабжение в зданиях вокруг, включая рынок, по словам представителей ресурсоснабжающей организации, осуществляется в штатном режиме. Мария Левина, Василий Колдашов. События.